Здравия желаю. Я вот вчера показывал, что система, сколько, если система одна не потребляет ток, то можно цеплять и много. То есть отработано так, что одна система не потребляет ток. Ну, это я рассказывал, как и почему. Вот на практике проверяем, вот видите, тут 6 лампочек. Вот они. Как показать, что 6. Не видно. В общем, 6. Не будем брать. Вот на проводах. На проводах видно. Вот видите проводов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот 6 проводов. Вот они подцеплены. 6 этих и 6 этих. 6 штук. И плюс зацепили еще китайскую. Тоже она не потребляет. Тут вот маленькие стоят. Светит. То есть более-менее посветлее стало. То есть нету больше. Можно было и 20 нацепить. То есть вот это вот уже практическое. То есть эту цепанули. Тут их там сколько? Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3, 4 по 4. 16 штук. 16 этих ледов маленьких. И тут 6 лампочек. Видите? То есть мощность пока низкая. Это на ротовертере там можно мощность развивать. Но там же это шум. АКБ надо, а тут ничего не надо. Надо еще лампочек прикупить. Вот и все. То есть вот она подключена вот сюда. И это. Вот это подключено. И это подключено. Через управление. Ничего не сматывается. Это новый закон вышел. Вот стоит и все. То есть расхода нет, несмотря на то, что. Если одно, значит, изделие не потребляет, то может цеплять таких изделий сколько угодно. То есть вот я зацепил 6, 6 здесь и мелких 16 лампочек. Все работает. То есть это, как говорится, практическое обоснование, то, что вчера показывал.